Французская художница Изабель Маэ известна своими экспериментами в живописи. Ее картины запоминаются тем, что объединяют в себе несколько стилей. После просмотра нескольких полотен кажется, что одно направление уже не может существовать без другого. Девочка родилась во французской столице. С раннего детства она знакомилась с различными видами творчества. Изабель Маэ не получила специального образования в сфере искусства. Но это не мешает ей создавать удивительные и прекрасные картины. Многим тонкостям живописи художница обучилась самостоятельно. Изабель относит себя к перфекционистам. Она долго и упорно училась живописи в одиночку, постоянно критикуя и исправляя свои работы. С не меньшим трудолюбием она работает и сейчас. Основным источником вдохновения для Изабель стали работы великих французских художников-реалистов. Девушка тщательно изучала каждый штрих, чтобы в дальнейшем воспользоваться этими приемами в своем творчестве. Как известно, реализм разделился на два течения – натурализм и импрессионизм. Последний был ближе юной художнице. Великие мастера прошлых лет стали наставниками, учителями и вдохновителями для юной Изабель. Она могла часами любоваться шедеврами Клода Мане, Пьера Агюста Ренуара и Эдгара Дега. Эти соотечественники Изабель были одними из самых оригинальных и талантливых представителей импрессионистского движения. Неудивительно, что в качестве примера художница выбрала именно их. Изабель постоянно экспериментировала, используя различные техники великих мастеров. В результате она приобрела свое видение живописи и сформировала уникальный стиль. Но художница никогда не забывает, что успехом она обязана своим великим соотечественникам. В творчестве художницы присутствует смешение нескольких направлений. Это абстракционизм, фигуративизм и фантастическая живопись. Собрав достоинства каждого направления в одной работе, Изабель стремится создать легкую изящную картину. Иногда художница намеренно упрощает некоторые предметы, чтобы зритель не концентрировался на них, а наслаждался цельным полотном. Изабель невероятно важно получить эмоциональный отзыв публики. Свобода самовыражения – это один из основных принципов творчества художницы. Изабель Маэ использует яркую палитру красок, геометрические фигуры. Она играет со светотенью и способами нанесения мазков. Художница любит смешивать краски, чтобы получить контрастный рисунок. Она часто находится в поиске новых техник и приемов. Основная тема творчества Изабель Маэ – это женщина. Художница изображает женские фигуры, иногда в самых откровенных нарядах или вовсе без них, но и не забывает о внутреннем мире своих героинь. Женское начало присутствует в каждой работе. Женщин-мастер показывает нежными, хрупкими и будто светящимися изнутри. Изабель мечтает сохранить свои работы навека, поэтому и работает с недюжинным упорством. Художница говорит, что живописцы отличаются от фотографов именно своим стремлением создать вечную классику. Крупнейшая персональная выставка Изабель Маэ с успехом прошла в 2009 году в Нормандии. Работы художницы несколько раз побеждали в национальных и международных конкурсах. Понравились картины художника? Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Всем добра!